хосписе есть. Но это музей объект музейный. Сюда зарплату входит, да. Это в летний период. В зимний уже не войдешь, он закрыт. Росписи там были Никитина. Высунулись. Показывала Кабону, дорогу жизни. И они, конечно, не все выжили, потому что были крайне истощены и умирали здесь, и погребены здесь. Был эвакуационный центр, был госпитальный центр. То есть после приема очень много было войны. И многие погибли. Зачем его нужно восстанавливать? И зачем это все нужно? Вот такая дискуссия. Лучше восстановить старые храмы на реставрацию. Да, вот это митрополитчий покой. Митрополит Иоанн Сысоевич. Слева который? Упоминатель. В Ростове, да. Это он выстроил в 17 веке. Ну, сейчас здесь художественный музей. Да, это покров Божьей Матери. Это Успение Пресвятой Богородицы. Успение. Успенский главный собор, это уже пятый по счету на этом месте. Первый в 13 веке построил Константин. Всеволода Большое Гнездо, сын, был князем ростовским Ярославским. Какой пойдем стороны? Это справа. Это алтарь. Потом выйдем и погуляем немножко по стрелке. Хотя времени у нас, конечно, очень просто немного. Немножко теплее. Чуть-чуть. Тут давайте не будем долгие требы, да? Приложимся просто к мощам этой князи. Да. Василий Константин, Фёдор Давид и Фёдор Давид и Константин. Вот эти князья, которые жили в 17 веке. Святые князья, прославились они тем, что были благочестием, личным благочестием, защищали город, покинули Господь. На Пуговой горе в 1257 году.
с Васильевского, да? Да. Это Ярославская стрелка. Мы видели стрелку Костромскую, да, там, где... Ой, как у них красиво, вон там, посмотри, как красиво, вода. Ой, но как... это только недавно, это как раз тысячелетие города, все это было сделано. Вот Которс, да, видите, она маленькая, а вот Волга такая. Вот это Корс. Которосль. Тоже финская название. Которосль. А это Волга. А вот там... Вот стоит любое место, конечно, гулять. Кони, гостиные, засады. Мы гости? Теперь смотрим. Мы пока еще не расслабимся. Теперь смотрим. Вот за этой колонной, видите, куда рука моя показывает. Да. Уникальный храм. Называется он прямо потому, что коровник. То есть Слобода. Ну, или русский город, он Слободской город. Знаете, да, я рассказывала. Никола Рубленый город, так и называется, потому что здесь были верфи, судостроители его построили, потому что Николай Угодник покровитель моряков, да? Пошли дальше. Thank you.